Верно. Андрес. Жрец вышел из Телес. Не Телес, так чтобы жрец стоял со спины. Перевожу через центр. Мелизон аккуратно так. Ир аккуратно. Их ушарнуть. Это точно. Не шарить меня, не шарить, или ушел. Здорово. Пошарьте. Нет, да? Смыслить жрец напротив Эйда. Что они здесь трюку сделали? Через центр прошу. Аккуратно смыслить сразу. Андрес вниз. Готовимся. Следующая пачка и фраза. Точно ли? Да, Леша, вот. Ход стаки не лови. Уже 4 стака. Технология 3. Сразу же, как только на вас добавила бездна, на вас луч отходит, размещает. Максимально быстро убегаете от него. Ориентируйтесь по тому, куда летит койл. С этой стороны будет идти луч. Задач вниз. Аккуратно жрец напротив рейд. Хорошо.
Блять. Парапам. Молчит. Парапамкает. Молодец. Входим в диван. Алло, кек, чебурек. Если Паша, мы просто сказали, да. Да я ж сам не смотри. Я тоже удивление. Я так же. Там всего-то лишние 9%. Вы и сами. Дим, там за диване здесь. Давайте-ка. Сейчас у нас нет. Меня раздражает то, что с таргета босса не попадаешь. Это самое, вы не хотите там умереть, потому что Гера нужна, например, ДДшникам. Интересно, у тебя диван раньше закончится, или он все-таки убьет нас? Не, убьет. Эти мобы душат сильнее, чем босс. Мурлок, есть инфа, что там тебе секунд нахуй не нужен. Тыкаем. Рыбку кушаем. Я здесь не надо меня кикать. Отошел буквально на пару минут чай себе заварить. Это кто у нас говорит? Япончик, я все это время сидел, вас слушал. Если выходишь из рейда, пожалуйста, будь добр, предупреждаю об этом. Это раз, два. Я сидел все это время на замене. Все время РТ. Логинься еще раз назад. Может, по времени сильно долго не было в игре и кикнулся с райдов, хуй знает. Непонятно, что они ввели этот наебучий Сирус. Ну, кидайте пати. И плюс у них как бы готов. Поехали, господа. Мурлок извращенец. Не знаю. Чем ты будешь бить, дядя? Кнопкой. Кой. Этим. Пламя. Первый луч.
на народ вынес. Бля. Да, но он же кот, он же сам. Ловите, ловите? Рыбал сразу по нему. Агун ртлый рыбал. Ксюшу. Просто шок. Время звонить в Blizzard? Мурлок, это то, что... Мурлок, это то, что, блядь, они с демонами творят. Пашка вниз. Второго свеча. Короче, ты умел, но у меня в салате он просто переебался. Меня тоже почему-то не изображается так, как тебе прописано. Что не то убило. Лопата же вдися. Да и анонс потом, сколько на нем стаков будет. Не, на нем я вижу 48. Я свои дебафы не вижу. У меня магнетизм здесь не слетел. А тут фигня. Короче, ладно, потом. Там же один хуй череп ставится. Перевожу через центр. Мещаемся. Луч аккуратно по мелизоне скачет. Ир. Настя вынесла. Прислал? Да, одного стака не хватило, потому что, блядь, мелизонин. Давай анонс, пожалуйста, когда ты переводишь. Значит, здесь рейд перестает. Я возьму твоего парня. Коку вынес. Он бы шарнул. Ловите Коку. Дайте бог. Да хуй там началось. Давайте попробуем. И все разом. 90 боссов. Ну, чтоб поставили следующий сразу. И придется закрывать. Пир. Полпище поднять? Да, полпище поднимать. Можешь ему инер влить, кстати.
Гастопад-то как потеряли, господа? В полете уехал. И отходим диван. Так, Паша, ты если переводишь портфель, если что-то пошло не по плану, не надо, пожалуйста, паниковать, просто скажи. Там, получается, Паша сказал, что не успел, да? На мобе 19 так. Пиха просто сразу моба почти в луч закинул через своего босса, но никто бы не реагировал. В смысле, типа не надо было? Не, было все отлично, просто что никто этого не понял, не среагировал. Ты, получается, его кинул, я ему кикнул каст, чтобы он продолжил двигаться, и вроде бы все на практике хуй там плавал. А на практике одного стака не хватило, и долго переводили. Нельзя обосраться. С буйнера, конечно, давать на пробафе. В макросах, ага. Ну, у меня нормально. Лапка и иннер на похожих кнопках, отстань. На мышке. Кстати, Паш, помнишь, я в рейсе на Халионе просто вышел из форума? Угу. Вот у меня на этих кнопках было череп, который ты мне заставил ставить, а на другой кнопке... Они просто маленькие, блядь, пиздец. Просто потерялся в кнопках. Да я большим пальцем обе ебанул. Легчайшая ГП. Он там знак звездочёт, понимаешь? Тоже послетали. Лер, да, Талия открыла? Да. Лера. Готовы, поехали. Бля, поехали чуть надолго на нем. Ты, короче, подожди, ты Первый портал. Сдвиньтесь. Ксюша, стоишь на лодке. Ксюша. Что кубик вниз? Привожу.
Смещаемся. Всяко. Я сам. Третий медведь. Угу. Получилось. За хил фул ребаф посяка дайте. Ты я дал заливать. Аккуратно луч. Ушли, 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 ушли. Сколько на боссе? 36. Мешаем. Наоборот, шестаков очень хуёво. Теперь готовимся сместитесь. Настя вынесла. Димон, Димон, Димон. Там все вынес. На бой сколько? 53. Лопаточ, наверное, пора. Да после аду. Лопата, даю на тебя СС, там все вынес. Господа, нам придется немножко стопать. Или давай, слышь, я сейчас поставлю, и ты возьмешь. Да. Перевожу. Сместились. Бери, бери. Так, по лопате стоп-хил. Лопату не хилить, дайте умереть. Стоп-хил по босс-лопате. Так, а кинуть сейчас? А можно посварить? Спасибо. Босс-лопату, фурибаф. Кинуть? Что за хилом по босс-лопате, блять? 35%, 33 босса. Топнули урон. Так, по бослопате дайте фул ребаф. 15. Кидай на всякое сэс. Переводим. Боссы все. Кинул. 5. Прошу, не забудь, что Ада нужно увести. Полетел за Пашу.
Охуенно, блядь. Нормально все. Отлетает, блядь, ты говоришь нормально. Какой, блядь, с какой улицы на этом прицел? Меня моб убивают, пожалуйста. Так, у тебя пылесоска есть. Какого хуя у нас на рейде добав на босс? Или это на мне только? Не на тебя, просто на всех почти. В данном. Что, закрываем, да, лучше? Да. На фир расползаемся. Ползайтесь на фир, пожалуйста, по меткам. Все разошлись по меткам. Кто с какой меткой стоял. Расползли свои сейвы, сдали все, что есть. Ведь будет очень больно. РДД закрываем лучше. Не возьму. Я не вижу. После этого моба проведу. Да. В центре. Да. Хорошо, так вперед можешь забирать. Ой. На фер расползаемся. Разошлись на фер. Босса надо отвалить. После фира. Всяко захил. Фир каст пошел. Еще один идет здесь. Можете пока не... Блядь. Кто отъехал? Все, что дай бар по ханкею. Манаро 20 стаков ни в коем случае не набирать. Будет стаков 18 в сторону. Отходишь, где-нибудь хуже умираешь. Смещайтесь, не стойте лужи, не ловите лишний урон. Тут же гляньте, сколько места, блин, еще есть. Зачем вы туда мобы введете? Не могу сбросить. Больше урона по меткам. Развернулись в другую сторону по метке. Босс 11. Нормально, можно пускать босса. Сильва БР по Андресу, быстро. Технологии БР. На фер разошлись. Все сейвы сдали свои. Очень больно заедет. Рейд под стаками, плюс на нас еще добав. Потом еще одного ада зальем. Прожали все свои сейвы, все что есть. Архил. Эфире. Лики, аккуратно, не ловить стаки. Следите, пожалуйста, на ком сколько. Последнего ада заливаем. РДД все по метке сыграли, быстро. Босс 8%. По метке сыграли все быстро. Босса, Гера. Все лучи туда в него пускайте. Не стойте на лучах. Аккуратно, кто на луче стоит. Эма можно. Фир. Блять, 10 до фир. Купол, что-нибудь. Все, весь просейв сдайте. Все, что есть. Зашлись по 4 человека. Аккуратно не задеть. Урлок, отойди отсюда. Один в хила бежит. Все нормально, добиваем.
охотника. Поручи паразита, кстати. Кто? Поручи паразита, АКБшник. Микроскопчик взял. А, штаны? А чё штаны никто не забирает? Они красивые? Нифига не нужны? Лесните? Я бы в хила их бы, наверное, бы взял. Ты видел, Паша, когда мы с тобой эфир ставили, блин? Вообще, ты знаешь, почему у вас на третьего не было? Ну да. Но он я ушел. Я вообще весь бой после того, как Пашу пошел на левитацию ловить, блядь, с 20% прибавкой по ебалу. Там очень больно прилетало. Это хорошо, что просек был жесткий, потому что летело очень больно. Блять, я не могу посмотреть, как они выглядят. Так, кто у нас? Подожди, стоп. А в Коку закинулся? А, Коку и забирает, нормально. Бля, Настя, а ты не хочешь, да, что ли, эти штаны забрать? Я бы забрал вообще. Если у нее голова есть. Пиздуйте быстрее к трэшу, пожалуйста. Монород, эти запы не идут ханты, но их носить можно, я могу сказать так. Саня, так сходи просто покури, сходи, блин. Банально. Короче, не работает здесь. Скажи, где его ФК посрать? Ой, пояс латный, кто-то там пытался. Это самый бесполезный полис на Кольпала, который мог бы... Колды. Короче, алло. Не знаю, нужно с дестриком что-то делать, я просто шок. Ты видел эту хуйню, которая творится, да? Прочувствовал? Просто шок. Я охуяла, блядь. Сегодня просто выкинь. Вниз. Вниз, пожалуйста. Ну, всякой... Да я бы закорневал. Разбей кнопку нахрен, мы все на втором месте. Бля, ну живи, хуй знает. Давайте-ка по меточке. Меня еще воплощение когда-то успело побить, что? А, ну оно... это я знаю, когда оно успело побить. Аура или физик? Если аура, то это я к тебе вел туда? Не знаю, просто воплощение бездны, 190к получено. А. Да, но каста упала, ты начал бить, он сразу кастовать тебя начал, не забрали танки сразу. Мурлок, скинь скрин, а? И смотри сразу вот с этим ёбаным дебафом, миллион. Ты видел, блядь, входящую парейду, это пиздец? Я по себе видел, когда вот это вот говно вешается, блядь, просто там отрывает там 5 стаков, начинает лицо отлетать как от 10 стаков. А Мурлок, я хуй его знает, как он под 10 стаками стоял, но без дебафа. Ну, без дебафа, ну, я не знаю, как меня удержали с этой херней. Я по 6 почувствовала, прям очень больно. Паша, а ты, Ракушка, как за РДДшника стоял возле моба, что он тебя взорвал? Не стоял возле, он начал просто бить его. Извержение бездны — это взрыв. По-моему, который последний. Ну, скажи мне, как я умудрился пойти в бок босса, кидать левитацию и словить от него дебаф? Паша, он повернулся в рейд, у нас 10 человек в рейде под дебаф. У меня дебаф тоже был, Паш. Там всех... Он с огромным. Там она сразу не забрал. Один полутал или рейд полутал? Ну, там этот... Всяко сразу не забрал, получается. Тигрио поменялись, да. Да, тигрио поменялись, и там 10 человек в рейде у нас с этим дебаф. Короче, понятно. Во всем виновата сова. В данном случае офспековая сова всякий. Я это не сделал, так и все. Тася. Да. На востапхиле? Ой, да, конечно. Так, блядь, воре надо. А кто штаны забрал? Я. О, пиха? Хотел себе. Ханта? Не. Так,
там хоста. Я бы на пристаток не взял. Пих, они же, блядь, ничем от кольчужных не отличаются, блядь. 19 хосты. Отъебись. Ага. За 300 гп 19 хосты, точнее, за 150. Да, я ему не накинула. Не 300, 150. Да-да-да. Остановитесь, я сейчас их вендору продам. Их не отдашь, блядь, они вендору, ты их продашь. Как дают сантурионы, вот специально для вас в сторонке стоят. И будет круто, если вы именно их будете. Знаешь, как это обычно происходит? Вот идет какой-нибудь РТД такой, пойду бить их. Подходит вот сюда вот так и бьет. Куда-куда, покажи. А, ну да. Так, посмотри, что у нас на власти будет с танками. Блять, я сейчас понял, как я вообще вы... У меня сопрот кончался на первых мобов, и я думаю такой, ну сейчас переродится и перепью. Проверяю, блять, перепил. Лол, я тоже забыл сопрот. О, мой закончился под конец. Короче, выехали на хилах. Угу. Ну, сломали, короче, пальцы с Лерой. У меня он, по идее, должен был дропнуться на последних, наверное, трех минутах. Вроде. Мы просто музыкантов с собой взяли, они удачу приносят. Кого? Музыкантов. Ну, которые от пианиста. Кот по сих пор так говорил. Ну, он тоже нет. Там лучик некрасиво прошел. Я релогнусь. Так. Да там просто тебе нужно научиться. Я понимаю, что спина, ход, все дела, просто тебе нужно научиться смотреть за койлами за его, либо за порталами. Там за койлами лучший вариант. Ну, койлы мелкие, проще за порталами смотреть. То есть смотришь, где появляются эти ручки, значит оттуда будет луч. Погоди, ты РДДшник, давай лучше милик посадим. Если в тебя попадает луч, и ты проебался, провтыкал, пройди насквозь босса. И луч быстрее переключится на босс. Поймал второй луч. Ну, блять, ну это ж нужно вообще быть сейчас, где мой маг. Ты говоришь, ты в хила, попробуем с двумя хэпалами. А поле? В смысле, подожди, с двумя хэпалами, хорошо, кто будет там стоять? Со мной Мурлоком или Фанатизмом? Вера. А с Тимуром? Бэдлоу. А вот с рейдом будут стоять два рестор... шамана, дроид и дед. Тимур, я ромашковый чай высылаю, короче, да? Продают меня, а чай высылаешь Тимуру, понимаешь? Ну, тебя-то грех не продать. Такое деревце-то. Так топоры хорошо в лицо ловят. Цвет. Большой старый дуб, который никак не могут срубить топоры. Че, молодой! Пиздует с топорами за водой. Ты же не тыкала кнопку за соляру? Может, так нет. Я начислю. Чего? Да вынь ты голову из ведра, Тася. Это Тэмыч там еще, кстати. Ну, еще его тоже этим всем отдельно, товарищ. Мне кажется, он что-то говорил.
Ему отдельно, там еще сники получается, что-то брало. Так. Сники на месте. Должен был быть. Нету на месте. Или есть на месте? Нет, подожди, не вижу. Блять, ну вот... Тася. Будешь ебаться сама с журналом разбираться потом? Угу. Нахуя Тенке было инвайт кидать? Так, не, какая разница? Большая, блядь, теперь сиди, смотри, блядь, за какого босса было получено начисление, за какого не полученное, блядь. А я пересмотрю, так он что весь рейд был на замене, просто что он не стоял в пачке. Вот именно, блядь. Я пересмотрю, блин, людям не пачка проблематична. Ну, будешь по каждому, кто не 25 человек, пересматривать. Тоже. Воронки соберите. Хорошо. Там две воронки. Тут даже где я приду. Да ты заебал. Так, гостоклатых он стоит. Так, товарищ Сильва Галаран валит. Товарищ Мурдоку достаем из заначки. Макрос остается в танке. Пиха, я тебя закидываю хилам, бэдлоу, я тебя выкидываю из хилов, ты выживешь там без маны. Ок, ты, короче, самодостаточно сегодня, имей в виду. На шкаф тыкаем, портал ставим. Так, по дебафам, господа, я хочу, чтобы вы все пили, кто у нас не был. Да, Стимакрос пишет. Да, тут. Не вижу, что никак. По снике можешь не смотреть. Вы одну вороночку пропустить. Я готов кидать третью сотку. Если бы только это, конечно, было бы хорошо наливать. Что там макро спрашивать? Не вижу, к сожалению. Стремить ли Керри лелеть? Так пусть будет запущен перст. Так. Он просто офицерский чат писал. И по тенке можешь не смотреть потом. Да? На кассе сейчас там сиди разбирай. Контов придется делить. Ну, кого бить будете? Так, в танке Гуннар, Фанат, Тяка, Макрос, Гостопата, Мурдоку, Мурдоку на ром, Тяка, Макрос,
на черепе, с фанатизмом на трусах. С фанатизмом уходит Лера. Лера дебаф кидает и диспел сразу же себя. Диспел с фанатом. Дерби диспел. Мурлока диспел. Вы там вчетвером стоите и диспелите сами себя. Так. Да, это на второй фазе. На первой фазе просто бегаешь стейда. На второй фазе возле треугольника, там танчит фанат, держишь его. Так, дальше по танкам. Гуннер и Бас-Лопата. Вы на квадрате веселитесь, с вами тут Тимур веселится, и Бодольчик ловит в лицо топорики. Так, на второй фазе реет весь звезду. Играем РПТшники в первую очередь. Заливаем ромб. Залили ромб, сразу же выходим на трусы. Трусы заливаем одновременно с черепом. Так, у нас в звезде останется Уминка. Нет, в звезде останется Пиха. Останется Блэкбери. Пока мы не зальем еще вот эти двоих череп и трусы. Пиха пойдет помогать Эйдам хилить. Настя тоже будет, что дотягиваться, будешь читать. После того, как у нас заливается трусы, заливается череп, у нас подводится сюда. Ближе к черепу подводится квадрат. Квадрат у нас начинают въезжать все ханты. Сюда из хилов уходит Пиха. И сюда из хилов уходит... Да. Кукинис может быть. Только я и Векс. Значит, будет стоять через с вами. Остальные РПД будут в этот момент играть по Келю. Сейчас комитки еще сниму. Бам-бам. Так, из хилов. На квадратик, когда будут заливать его последним. Лучше спеть на своего мама. И сыграет их всем. Значит, Пиха сюда. Здесь будет Талия, здесь будет Бэдлол. В принципе, может Уминка прийти. Смотрите, когда начинаем заливать квадрат, что делаем у нас хилы, РДДшники, которые здесь будут. РДД и хилы, то есть ханты. Хилами вы стоите на рендже друг от друга. Кидается проклятие, проклятие сразу диспел снимать. Полка может поставить в стороне, так, чтобы дотягивался до них, но был в 40 метров рендже от босса, чисто подиспелить проклятие. Мы играем по келю, это, конечно, бесполезно, остальные РДД, стоя вот здесь, где я сейчас бегаю, смотрите. Как только кель дает каст катаклизма, от него должны отбежать на 40 метров. У всех в фокусе босс начинается каст, сразу убегаем. Это раз, два. Дебаф. Вы убиваете себе дебаф. Где это? Вот, линканула в рейд. Пары пустоты. Вбиваете. Выводите себе на экран просто большими, не знаю. Умивение вбейте себе, вот как сила бездны, как стаки вбивали. Над. У нас в четвертой фазе заключительной. Мы стоим в центре, в меточке стоите, бьете босса. На катаклизме отбегаем. Появляется Феникс, Вич Феникс. Переродился в яйцо, Вич в яйцо. Играют по нему РДДшники. На кого кидается дебаф внутри пустоты, вы носите в стену по максимуму. На вас кидается ускорение, вы вбегаете и прямо в стену его. Огромная лужа появляется. Лужи накладываем одну на одну. Прям по максималке близко подходите к предыдущей и разливаете. При этом вжавшись чуть ли не в стенку. Тась. Что? По последней фазе там проклятие хаоса надо вбить, да? Или что там? Да, в это проклятие хаоса придет тоже под диспел. Линкани, пожалуйста. Сейчас. То есть вопрос, а фазы процентные или и надо ли давать на пол? Нет, как мы заливаем все в четверых, начинается последняя фаза. Четвертая? Да. ДБМа не будет, да? Нет, не будет. Да никто не писал ДБ. Основное это катаклизм, милишники. Вы стоите, бьете его, как на Халионе, то есть макс рендж от босса.
для того, чтобы вы успели убежать, потому что 40 метров рендж у катаклизма. Не отбежали, не успели, вас ёбнуло. Вы еще что в кучке не стоит наверху? Да, наверх, когда подлетаем, сразу же рендж набираем друг от друга. Если у нас недобитое яйцо, играем по яйцу. Феникса бить смысла не имеет, по нему урон не проходит. Рыба стоит, кушаем рыбу, джипс тоже стоит, починились. Еще близко Феникса не отпускается. Так, на второй фазе у нас те хилы, которые сюда уходят. Я назвала, на босса у нас уходит Макрос, Сяка и Мордоку. Лера, ты остаешься там. И Даша Уминка. Наверное, было бы неплохо там остаться. Хотя нет, Даша, пускай лучше надо тебе Блэкбери. Даша, еще раз скажи, куда она не поделала. Даша, смотри, будем перебегать. Я вообще буду сейчас уже по рейду проговаривать на кого. Но у нас после того, как уйдет рейд бить квадрат, у нас три танка стоят на келе. Танчат келе. Ваша задача их не уронить. Рывок. Давай. Там это на ступеньках. Там же, где он стоит сейчас. Вот его будут держать там же, где он стоит. И тоже все хилы тоже касаются босса. Фокус и следим за кастом. Катаклизм отошли. Кстати, бабу мы так не катаклизм. Объяснила на первой фазе, как мы стоят, действуют. Кому? Смирен. Да, Паша. Да, Паша. Паша, мне так ощущение, что ты не в рейде, не слышишь, что я тебе говорю. Вообще, что говорю. Ну, я не услышал насчет двойного урона. Значит, я не услышал. Как перелогнулись? Такой вопрос, Тась. А можно ДД фласки выбить? В принципе, да. А через саппорту же сидит. Тут особо. Нет, они уже не игнорируют саппорту, они же починили макрос, монород. Пристабавчик. Все, все готовы. Ну, народ. Есть приста. Лер, смотри, я сейчас вот запущу. Вот здесь он будет держать бабенку. Она откидывает. Ты примерно вот здесь. Смотри, где я сейчас бегаю. Где-то здесь вот филич. Чтобы ты не стояла рядом с ромбом, у него тоже рон 40 метров, он попадает в уездку. Потому что ой будет идти и от бабы, и от него. Это уже вторая фаза. Сейчас на первой просто кучка чилим. Так, Мурлок, пожалуйста, СС на Мурдоку. Вот я буду проговаривать. Андрес, не забывай, пожалуйста, Боб туда по команде. Не Андрес, а вот Смирен и Леталия. Андрес не достанет. Ну, если что, сет не работает. Охуенно. Как ты будешь бить? Через слэш-плевок? Да, нормально. Попробуй релаут пропиши. А если я сейчас релаутну клиент? Клиент нет. Не знаю, за минуту типа тебя не должно выкинуть. Возможно, выкинет. Они же типа сделали эту херню, поэтому лучше чистый релок. Типа может. Выкинула? Ну, блок перепишет, выкинул. Все, Тим, я поняла, там Стеллера будет. Стеллера тоже не достанет. Андрес будет отбегать, кидать. Что поделаешь? Кого? Боб, если надо будет Мордоку, тебе надо будет отбежать, кинуть, чтобы ты до него достал, потому что у нас здесь хулипала нет. Хорошо.
что я уже плюю, потому что прихвали пал. А, так вы релогом? Зря. Без этого невозможно. Он здесь бесполезный просто. Там минус один, да. Замена нужна? Сейчас посмотрим. Если я там бегать буду, там ничего не нападет? Нет, там все нормально. Хорошо, без проблем. Просто надо будет отбежать, дать боб, когда он... Без проблем, да. Потому что... Работает реально. Дим, ты про кое не забыл? Куявлик, блять, на бабе кое, когда ее не бьют. Рейд. На бабе лучше держать. Кое, кзнычка, да. Ой, кое, кзнычка, да. А милики сейчас кого бьет? Нет. Милики в череп приезжают. Так, смотрите, на второй у нас в звезде останется в кубике останется Коки. Ну, в принципе, нет. Там останется один суккубик Коки. И Векс пойдут на трусы. Я там АФК стоять буду. Кого, трусы? Раньше наберите сразу же. Я в прошлый раз там остался, поставил все время в АФК. Какая мне разница, если тебя там не будет, там по шторм не будет проходить. Вы не забывайте, пожалуйста, про заклятие. Про 10 человек в рунде. Ромбы все. Паша, топай туда тоже, мы с Мурлоком постоим подальше. Короче, не помог крылок.
вашу метку. Лер, ты туда ближе, вот. Сейчас вторая фаза, я тебе показала, куда. Нет, не самой метки, туда вот дальше. Видишь, где фонарь сейчас стоит? Он там бабу отведет, баба откидывает. Ты там держишь основного фаната и себя. Туда, где фанатизм стоит, встань сейчас. Не подойдет. Гера. Хилы здесь, немножко шаг вперед сделайте, пожалуйста. От квадрата. Дашь ко мне. Захил фури баф по боре. Шпаш сури, меня нахрен все донс летели. Все, мы можем падать. Пахните, дайте диван. Релок не отпустит. Сейчас подожди, все, бой закончится, потом просто релогнешь полностью крылом. Да, у меня декурсик слетел еще. Да я вижу, что у тебя собака стоит, просто ебланит рядом. Мурла к руине. Бегана. Придеваю сет. Свободник фикс. Боря, да, здесь надо вжиматься, у нас нет холипала. Имейте в виду, у нас здесь стоят два шамана. Где мы сам встанешь? А вас тут три танка, еще по рейду урон летит. Все, что там под келем валяется, сами встаете и вас самой нет. На третий веселье и отдых. На третий вот там стоит два танка. Там, где кель стоит. Не два, три танка. Меняются на стаках. Ты стоишь, держишь их. Тебе помогает